Друзья, с вами я, Данали. Сегодня у нас уже шестой влог. Ну как, влог второй, но день у нас уже шестой. Ухода за жеребенком. И как видите, я только-только вошла в игрушку. Я даже еще лошадь не успела почистить. Так что сейчас мы быстренько почистим. И пойдем выполнять ежедневные задания по уходу. Сегодня у нас предпоследний день, по идее. Завтра мы уже должны будем отпускать жеребенка. Как это печально, с каждым днем все больше и больше к нему привязываюсь. Ну, нужно, так надо. Так, все. Флеймушку мы пока имели. Теперь мы идем за заданиями. Так, ну что у нас сегодня? Ребенок вроде в загоне ходит. Так, чистка питания. Ну, все то же самое. Так, значит, убери навоз. А, ну все как вчера вроде. Вчера то же самое было. Бежим. Так, где мне? А, вот. Я просто не сразу эти ворота нахожу. Это очень сложно. Убираем качественный навоз. О, кто у нас тут забирает? Жеребенок. Мячик ему кидает. Звездочкой. Так, давай ты будешь ходить за мной вот так. Мне так удобнее. Ну, лошади дикие пробежали. Вот я не понимаю немножко, но это у меня так заглакивает или нет? У меня самая первая стрелка не всегда срабатывает. Мне приходится ехать назад, чтобы она сработала. Да, мы тебя подождем. Ты у нас не шибко быстрый, поэтому мы тебя так медленно ведем. Гуляем, наслаждаемся. Ранним утром. Мне сейчас сколько? 7 с чем-то утра. Так что да, я наслаждаюсь утром. Потому что только-только проснулась. Сразу пошла влог снимать. Хороший, давай, не тормози. Ну, кто-то чешет же ребенка. Это так смешно, когда они стоят, все чешут, гладят, а умирают, а этого не видно. Ну, правильно, нет смысла делать, чтобы закон был полон же, ребят. И не было смысла делать, чтобы не было видно других игроков из закона. Потому что вот это место, оно очень классное для тренировок в стиле вестерн. К примеру, я помню так. Потому что мы здесь уже с клубом катались. Нам понравилось. Такой свободный закон, открытые поля, так свободно, хорошо. А мне так это замечательное место для таких не суперсерьезных тренировок. Господи. А, у нее пегий. Тракенинский. Моя личная проблема. Название лошадей произношу не так, как надо. Надо произносить ганноверское, я говорю ганновер, ган. Надо произносить тракенинское, я пишу тракен. Так, все, малыш, мы тебя выгулили, в загоне тебя почистили, идем теперь в пункт помощи. Вот, на удивление, вторник, 7. Ну хотя чего я удивляюсь, вторник 7 утра. 7 утра это еще не школа, поэтому то, что тут столько народу, это не удивительно. Давай, давай, мой хороший. Топай за мной. Упс, пробежал насквозь чью-то лошадь. Простите. Давай. Ну че, молодец какой. Сам заходит. Я еще бутылочек керамитный. Это выживай. Каждый раз умиляюсь этому. Так, теперь что тебе почеши? А, водички. Тебе надо дать водички. Дали водички, что еще у нас осталось? Помыть жеребенка и почистить жеребенка.
Ну, давай вот так попробуем следовать. Можешь за нами вот так ходить. Да, давай, догоняй меня. Догони, если сможешь. Ух ты. Непривычно видеть вот так рядом стоящих двух лузитана в открытой местности. А вы не из одного клуба? А я не вижу. А почему? А почему я не вижу? Ну, наверное, не дано мне это видеть. Это секрет. Ну, кстати, было бы классно, если бы разрабы еще бы сделали возможность убирать имена над персонажами. Ну чё? Это самое, это, по-моему, осталось самое последнее, что мешает нам всем снимать нормальные видосики. Всегда приходится делать так, чтобы не было, было видно имени с клубом. Потому что это очень мешает. Так, чистим. Ох, ё. Так, привет, Дарья, кажется, тебе удалось выполнить все ежедневные задания. Давай посмотрим, как идут дела в жеребенка. Продолжай в том же духе, плеер. Силы жеребенка прибавляются с каждым днем. Так, сколько 6 дней забочусь об этой лошади, и остался один день. Завтра последний день, и мы его отпустим на бой. Все еще нужна твоя помощь. Окей, ушки. Может, отправлю на обратный загон. Так, ну пойдем глянем на жеребеночка. Мы, конечно, будем здесь тусоваться, но уже не так часто. Я имею в виду сегодня. Потому что у меня там в планах прокачка лошади, потом у нас вечером тренировка с клубом. Людей надо добавлять. Жеребеночек, давай мы с тобой поиграем. Да стойте, стой! Погладить? Бутерцы ручки. Такой прикольный еще этот ракетик. Фырк. Ты мне еще и фыркаешь. Утюгой. Копытами по экрану. Давай. Закинем мячик один раз. Повернуться. Нет, нельзя, да? Так, давайте встанем в самую напряженную позу. Давай, вставай в самую напряженную позу. О! Типа она такая, знаете, собралась и кинула. Швырнула мячик. Нет, мы кинули, а вот он сейчас зашвырнем. Хе-хе-хе. Я больше всего вспоминаю, как в Sonic X этот дядька пузатый улетал. И как в покемонах эта команда R тоже так все постоянно улетала. Ой, ой, детство, как же это приятно все было. Так. Ну, в общем, всем за жеребенка мы поухаживали. Все задания выполнили. У нас остался завтра последний день. И дальше мы отпускаем жеребенка на волю. Надеюсь, а там, может быть, сразу, может быть, не сразу, нам дадут еще какую-нибудь лошадь поухаживать. Но мы этого не знаем. Поэтому просто ждите следующего влога. И напишите в комментарии, если вам хочется немножечко другого формата влоги, то есть чтобы я записала весь свой день. К примеру, что я тут повозилась на ранчо, дальше поехал по этим делам, дальше поехал по, там, по следующим делам. Ну, просто я решила пока вот такие вложики по поводу ранчо только записывать. Но если вы хотите, чтобы я попробовала вложики по поводу всего моего дня, то, ну, можно попробовать. Но тогда выпуски будут выходить вечером, а не утром. Потому что дел у меня на целый день в ССО много. Так что спасибо вам за просмотр. Ухаживайте за своими лошадками. Не забывайте их чистить и угощать морковкой. Всем пока. До завтра.